покосившийся полусгнивший деревянный забор с заржавевшей калиткой. Так выглядит ограждение кладбища в деревне Кузгово. Местные жители уже давно обеспокоены внешним видом погоста, где захоронены их родные и близкие. На профнастил заменить необходимо порядка 400 метров, а это выливается в кругленькую сумму, и одним активистам ее не потянуть. Родители тут похоронены, постоянно все люди ходят сюда, некрасиво. Не соответствует уже нашим требованиям. Пусть надо срочная замена забора. Желающих помогать много, надо просто организовать вот это дело. Желающих есть много. Кто-то будет выступать как спонсор, да? И спонсоры тоже будут. Да. И техника будет помогать, когда если надо будет помочь, когда вовремя работы там. И я сам тоже помогу. На это все необходимо более 400 тысяч рублей. Сумма для сельчан неподъемная. Однако жители нашли выход и решили принять участие в программе поддержки местных инициатив. На днях в сельском клубе прошло итоговое собрание. Было решено собрать часть денег с каждого дома, а некоторые активисты выступят в роли спонсоров. Средства выделит и администрация района. Теперь дело за малым – пройти конкурсный отбор. Ведь основную сумму должна дать республика. У нас по прописке деревни 225 человек, 180 где-то, 190 где-то дворов. В зимнее время, конечно, народу очень маловато, но летом деревню, как можем сказать, процветает. На общем собрании было принято решение со двора, с каждого дома собирать по 500 рублей. Думаем, осилим. Если мы попадем в эту программу, мы были бы очень рады. И эта программа очень для нас удобная, во-первых, и поможет осилить эту работу и дело. Местные жители надеются, что им удастся пройти конкурсный отбор и отремонтировать ограждение кладбища. И если в 2021 году повезет, они планируют повторить проект уже на втором погосте. Анастасия Тимирбаева, Сергей Мешков. Информационная программа «Время новостей».